Салат на руку. После спорта держа есть оригинал. А если вчера дневастра? Кому руце лаешь сейчас? Она и вес алтами в кумош? Да. Хай в руке, тут есть сены. Bună! Bună seara! Cum te numești? Boris Radus. Cu ce te ocupi tu, Boris? Ai vrut să ne faci o surpriză, da, și ți-a reușit, da. Pentru că, nu știu, cel puțin eu m-am întristat când n-ai mai reușit să ajungi în sezonul trecut. În большому сожалению, я не смогу сегодня выступить в полуфинале шоу «Молдова Риталент». По причине очень высокой температуры, в следующем сезоне я обязательно приду, и я гарантирую всем зрителям, всем людям, которые меня поддерживают, что все обязательно будет, вы все обязательно увидите. И вам 100% все понравится. Ești sănătos acum, da, totul, da, este ok. Da, foarte, foarte bine. Tata. Bravo, ne bucurăm foarte mult. Da. Cu ce ai venit să ne uimești de această dată? Am venit cu o boxă, da? Сейчас я... Для следующего трюка, скажем так, который я вам продемонстрирую сейчас, мне понадобится коробка. Сейчас я ее вынесу. У меня есть небольшой подарок для вас, но очень аккуратно прошу не прикасаться и не трогать этот подарок, хорошо? У меня есть небольшой планшет. Дом Нику, у вас есть кошелек с собой? Да, да че? Достаньте, пожалуйста, кошелек. Хорошо. Достаньте любую купюру, 1 лей, любой. Окей. Так, отлично, давайте мне 1 лей. Итак, каждый лей имеет серийный номер вот здесь. Так, все серийные номера каждого лея абсолютно разные. Не существует одинаковых номеров, верно? Я хотел, чтобы вы взяли сейчас фломастер. И, Таня, запишите, пожалуйста, этот номер вот здесь. Большими буквами. Давайте, ага, так. 6, 5, 7, 5, 6, 0. Отлично. Итак, теперь смотрите внимательно, что я буду сейчас делать. Я сверну этот лей пополам, пополам. Еще раз пополам. Я кладу его в руку и перемещаю как бы его вам. Открываете? Он там. Может быть. Это шутка была на самом деле. Смотрите, в чем весь интерес фокуса. Итак, на самом деле, это подарок для вас. Внимание. И здесь есть несколько вещей. К этому мы немножко позже вернемся. Наденьте, пожалуйста, перчатки. Очень аккуратно. Окей. Отлично. Теперь смотрите. Я очень аккуратно убираю бокал. И здесь у нас есть яйцо. Всем видно. Возьмите, пожалуйста, яйцо. И разбейте его об тарелку. Да, давайте. Отлично. Здесь кое-что еще есть, верно? Посмотрите, это купюра. Разверните, пожалуйста, купюру и сверьте номер. И скажите, совпадает ли он. Почитайте его. И номер. Все верно? Да, и 6-5-6-0. Это действительно так, он оказался в этом яйце. Дон Михай, у вас есть салфетки? Дайте, пожалуйста, одну салфетку. Все пары, как сам долг, началось номер. А ну и гаини лесового кулей. Окей, хорошо. Так, это салфетка, которую я взял. Рутьера пытается у вас триов, доказывает. У вас. Я думаю, что многие из вас в зале, зрители, вы жили, знаете, что такое телекинез? Это перемещение предметов силой мысли, без прикосновений. Сейчас я попробую показать вам, что такое пирокинез. Значит, пирокинез от слова пира, то есть огонь. Итак, я прошу немножко отодвинуться вас туда. Сейчас, смотрите.
Отдай салфетку. Ну что ж, дайте мне еще одну салфетку, пожалуйста. Да, можно и так. Так, теперь я ее скомкаю. Внимание. Тебя ждали и в прошлом году, но я просто рот открываю и не могу его закрыть от того, что ты делаешь. Ну, это просто фантастика. Спасибо. Să știi, Mihai, că noi chiar adineori discutam că în primul sezon ne-au plăcut numerele de magie, în general. Tu ai fost unul dintre preferații noștri, după cum ți-ai dat seama atunci, pentru că ai ajuns în semifinale. E greu să revii, pentru că trebuie să fii mai bun decât ai fost, chiar dacă este o etapă de început. Da. Și trebuie să fii, nu știu, cel puțin de două ori mai bun. Pe mine m-ai uimit și astăzi și asta e frumos. Ce pot să spun? Mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales ouul cu un leu, cum a nimerit cutia asta care era închisă în ouul ăsta. Mie îmi place, Mihai. Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Să știi că femeilor le plac surprizele, așa că o să încep cu un da mare din partea mea și așteptăm colegii să vedem ce spun. Mulțumesc. Mihai, sezonul 2 presupune surprize duble, să fie de două ori da. Mulțumesc. Și din partea mea, un da. Mulțumesc. Felicitări, Mihai, ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc, la revedere.